Здравствуйте. Сейчас я покажу, как я делаю красивую фигуру. Осиную талию, как сделать, и гладкий живот. После того, ну, это надо делать тем, у кого нет противопоказаний, ну, физической нагрузки. Так. Вот просто берем и начинаем вот параконцевые. Вот пошел. Вот сейчас я сделал 50 движений. Ну, это надо делать не меньше 100. Чем больше сделаете вот этих движений, как я показал, тем эффективнее будет результат. Но это главное, чтобы выдерживал пациентка, выдерживайте сам. Кто-то, ну, я не очень быстро делаю, обычно я делаю, скорость другая у меня. Я делаю 4 раза по 25 или... Ну, как могу. Вот видите, как живот у нее покраснел. Это потом будет финальный, еще я покажу. Сейчас вот. Уже 100 раз я сделал. Терпимо? Так. Сейчас отдышусь. Сейчас еще раз. Вот я уже 150 раз поделал эти движения. Вот так живот убирается, вот так вот. Потому что живот — это как аккумулятор жира всего тела. Отсюда человек толстеет, и здесь заканчивается похудение. Еще раз. Ну, сейчас я закончу, 200 сделаю, чтобы... Вот. 200 раз поперечных концевых я делаю. Жаль, я не могу по видео передать, какой он у нее теплый. Горячий. Теперь главная фишка по... по убиранию живота или худению живота, сейчас я вам покажу. Это также лежит, заходишь, ну я отсюда захожу, с этой стороны. Клиентке надо будет приподнять ноги под углом, либо 30, либо 45 градусов, да. Но чем она ниже будет держать наклон, ну, тем у нее сильнее будет напрягаться брюшной пресс. И тем эффективнее будет сам массаж. Сейчас я покажу, как это делается. Тоже тут надо с маслом, потому что натрешь так живот.
Работаем по прямым мышцам живота. Может так, пальцем. Я, например, работаю вот так. 8 раз мощнее, чем моими пальцами. Руки сжимаю в кулаки и вот этими гребнями. Теперь я работаю. И тут работаю целую минуту. Клиент поднимает ноги, ну, под углом, сколько может держать. И одну минуту. По команде будем делать все. Вперед, начали. И вот ушла. Видите, как я? Левая рука с левой стороны пупка. Я 8 пальцами работаю. Все. Вот так. Результат такой, что где-то после этой процедуры меня где-то в объеме сантиметр сокращается объем окружность. Можете вот применять метод проверить. Замерить до массажа и после массажа. Посмотрите результат. Вот осиная талия примерно так делается.